Добрый день! Сезон ягод начался, но чтобы он продлился целый год, важно их правильно заморозить. И в этом видео вы узнаете несколько полезных советов по данной теме. Перед заморозкой нам нужно промыть и просушить плоды. Сделайте промывку несколько раз, чтобы ягоды не окрашивали воду. Располагайте ягоды на поддоне и выкладывайте их в один слой, желательно так, чтобы они не соприкасались. Обязательно отрежьте у ягод подножки, а если есть косточки, удалите их. Поместите поддон в морозильную камеру и дождитесь, пока партия затвердеет. После мы достаем ягоды из морозильника и помещаем их в более компактную упаковку. Обычно мы используем пакеты либо контейнеры. Если вы замораживаете множество видов ягод, то вы можете разместить заметку в упаковку с названием плодов. Вот и все. Теперь понятие сезона вкусных ягод для вас не актуально. Подписывайтесь, следуйте нашим советам и будьте здоровы. Пока!